Телеведущая Анфиса Щехова показала, как расслабляются после трудовых будней. Анфиса вместе с подругой попарились в бане, а также насладились водными процедурами. На фото в Инстаграм Щехова позирует в бикини, лежа в деревянной ванне. Из-за таких фотографий подписчики сравнили телеведущую с балериной Анастасией Волочковой. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!